Проверка начинается с изучения документов. Специалисты сразу 4 ведомств – прокуратуры, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Управление ветеринарии – внимательно просматривают бумаги, каждый свою часть. После этого все отправляются переодеваться. Каждый сотрудник или гость перед тем, как попасть на производство, должен переодеться. Меня вот попросили даже снять сережки и кольца. После этого нужно вымыть руки, но не просто так, а по инструкции. Сначала намылить, потом смыть. Вытереть бумажным полотенцем и продезинфицировать. Все, теперь я могу идти. Проверка идет по коридорам и переходам. На каждом этаже контроль доступа. Особенно внимателен инспектор Россельхознадзора в цехе приемки молока. Его интересуют пломбы на цистернах. Он проверяет, вот эти номера пломб, соответствуют они или не соответствуют эти пломбы. Цистерны с молоком уже открыты, проверяющим показывают снятые пломбы, а сотрудник предприятия уверяет, без пломб ни один молоковоз не проедет на территорию завода. Мы в области ветеринарии будем смотреть порядок, первый это порядок поступления сырого молока, ветеринарно-сопроводительные документы, порядок приемки, потом будем отбирать пробы на пищевую безопасность. В случае возникновения таких признаков фальсификации организации юридические лица будут привлечены к административной ответственности за нарушение технического регламента. По словам инспекторов Роспотребнадзора и Россельхознадзора, пробы молочной продукции, а ее на этом предприятии производится больше 40 наименований, заберут в один из ближайших дней. Сегодня понаблюдать за этим тайным процессом нашей съемочной группе не удалось. Однако директор завода заверил, за качество отвечает. У нас проверяется полная физхимия плюс анализ на антибиотики. То есть вот если молоко несоответствующего качества, что бывает довольно редко, я не помню, за последние полгода, по-моему, таких случаев не было, то оно возвращается поставщику на выкорм телят или куда-то еще. В настоящее время совместно со специалистами была проведена проверка приемка продукции, сдача продукции. На сегодняшний день изучается документация. По результатам проверки, если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверки производителей масла и молочной продукции в Татарстане идут полным ходом. В списке прокуратуры 24 предприятия. Те, кого уже проверили, по информации надзорного ведомства, растительные жиры не используют. Окончательные итоги проверок будут обнародованы уже в ближайшее время. Светлана Белова, Роман Фенин. Эфир 24.